Доброе утро всем. Удачного дня. Я сегодня без настроения абсолютно какого-либо. Проснулась как будто на ипподроме, блин. Леша встал по хате кузнечиком этим прыгает, блин, как лошадь. Тык-т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 ык. Скачет, блин. Думаю, да что ж такое-то, елки-палки. Ну ладно, еще сплю. Такая журка упала, скорее. Еще сплю, он тык-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 тык. Вот ты конь, блин, ты гадынский, блин. Что случилось, а туда-сюда, туда-сюда носится. Вот еще молоко упало, хорошо закрытое было. Начинается, вот что такое, все сухвалит. Потом еще смотрела себя в зеркало, прыщ выскочил, выдавила его, замазала. Такой, знаете, уже когда готов вылезти наружу. Вообще хотела показать вам рецепт из того, что завалялось в холодильнике. У нас есть два банана. Страшно, и как сегодняшнее мое утро, вот это вот. Собрался на работу, кстати, убежал. А я все это время лежала с закрытыми глазами. Открыла глаза. Капец! Как будто действительно я на ипподроме проснулась, блин. Что везде валяется? Когда все это кончится? Вот что, где, когда действительно? Это там, это сям, это здесь. Блядь, просто думаю, что происходит-то, не понимаю. Вроде ложилась, да, было нормально. Проснулась какой-то звездец, блин. Давай все это потихоньку брать. Еще. А что случилось? Все хорошо? Ты в настроении? Все нормально? Я иди, говорю, уже на работу. Все нормально, мусор вручила, пошел. 20 минут это, блин, все у меня заняло утреннего времени, чтобы сходить, все на место разложить, что валялось. Что там у него на работе, я не знаю. Что ты искал, суетился, носился. Длинной вилочкой разминаем. Хочу блинные блинчики. Блинные блинчики. Длинной вилочкой разминаем, да, я сказала? Ой, все. Бананы вилочкой разминаю. Чего они валяются, эти несчастные бананы? Думаю о блинах. Ну, бананы. Еще не пила кофе. Но сейчас я на этих скачках найду ларек или автомат, где продают что. Не помню, соль сыпала, не сыпала. И приобрету себе кофе. Или как там, сидишь такой на трибуне, а там ходит этот продавец в американских фильмах с этим, с попкорном, с чем там, с сосисками. И, кофе! Двойной, пожалуйста. Да? Так это должно происходить. Господи, я думала, ложка здесь. Эти движения совершаю абсолютно нелогичные. Еще ничего не выкладывала. Вчера делала. Вчера делала. Ой, скажите мне, печеночный пирог. Сегодня, вчера же его и пробовала. Вкусно. Ну, вкусно так. Опять здесь финчики, вода. Вкусняк абсолютно. Сегодня с утра встала. Блинов нет. Но любят блины. Интересно, только вкус, не знаю, оценят ли с бананами. Ну, посмотрим. Куда им деваться-то? Мама приготовила, то и едят. Шаг вперед и два назад, ни к чему нам унывать. Для печали нет причин. Хочу. Я в октябре, в начале октября, да, 1-го или 2-го. 3 числа. Вот что я делала? Должна была сначала муки положить. Смотрела «Солдаты». И досмотрела. Помните, сторис был в Инстаграм, нет? Где-то. Прям самого-самого раннего. Сторис был в Инстаграм, как я «Солдатов» начала смотреть. Сюда. Я не гашу, можете гасить. Но посмотрела 2 сезона. Там, где этот был Медведев.
Соколов. Ну, Соколов, походу, пьеса там должен дальше остаться. Медведев с Ириной должен уехать. Но потом он, по-моему, тоже где-то всплывет. Этот Медведев. Даже не помню, куда он должен. Короче, надо освежить память. Ну, нравится мне сериал. Он такой прикольный, ненавязчивый. Соколов этот прикольный такой, прапорщик, этот Шматко. Да, это сериал. Снилось что? Ничего. Ничего не снилось. Сегодня я часто просыпалась что-то. Ничего нам не снилось. С утра, правда, приснилось, что я, блин, на длинную ногу лошадь ставлю. Ставки делаю. А у вас больше ничего. Ну, я вам говорю, туда-сюда носится. Глаза открыла вообще труду. Блинчики. Кипяточком завариваем. Ну, да. Можно уже выпекать. Сколько тут заняло? Что-то долго. 6 минут уже. А, ну это потому что тупила. Потому что утро еще кофе не пила, а так я что-то долго это все делаю. Обычно тут блины я за 3 минуты заварила и уже выпекаю. Нож упал. Это мужик сейчас еще вернется, что я забыл. Планы какие сегодня на день? Надо письма забрать, сходить заказные. Там на почту мне на приходили, Леша на приходили письма. Потом, ну, на работе, естественно, еще снег, знать, выпал или не выпал, надо ли крыльцо чистить. Еще не знаю, что в мире творится, еще телефон не находил, где-то валяется телефон. Посмотреть хоть что там. Никто нигде не взорвал, никого самолет никакой нигде не упал. Или все, омикрон. Ковид, не ковид. Очень много болеют ковидом у нас. Очень много. Что для республики в день там заражается неимоверное количество народу. Что случилось-то? Вроде никто в Турцию, в Сочи не летал. Никаких массовых заболеваний не было. Олимпиада, и не то, не у нас. Чего все болеют-то? Только массовое заражение. Кто мы знает? Я вот знать не знаю. Спасибо большое, кстати, что вы там... Пишите комментарии по поводу то, что Лёша шаурму говорит. Он смотрит, читает, улыбается. Я говорю, так отвечай, что ты, блин, это мне телефон. Говорит, комментарии, отвечай. Нет, сама отвечай. Спасибо большое. И я завидую вот этим его эмоциям. Я-то уже их много видеороликов выпустила. Мне уже каждый комментарий я отвечаю, но уже, как сказать, у меня нет вот этого. Мне кто-то написал, мне кто-то похвалил. Мне уже этого нет. А у него вот это вот есть, эти чувства такие. И мне по-хорошему завидно, что он испытывает. Это приятно. Это приятно. Чувство приятное. Сковородка подольше у меня будет. Что-то масла много налила. Не знаю, с чего. Завтра начинать. Там у меня вроде печеночный пирог, если мы его ели, или блинов. Сама не знаю, чем буду завтра. Ну, не разогрелась она. Это такая конфорка, как блиновая. Вот это вот. Вроде горячая сковородка, и все. И на ней еще сковородка катается, потому что конфорка такая. А на этой сковородке прилипает, прикиньте. Пойду вот такую, обыкновенную, за 199, они за 299, 299 блины приливают.
199 ничего не прилипает. Так что так. Где-то течет река, где-то солнце получило. Люблю я эти сериалы смотреть. Только у меня последнее время с вами времени очень мало остается, чтобы что-то посмотреть для себя. У вас развлекаю. Я теперь туда местный сериал. Че, блинчик порвался? Прилип. Тоненький. Может, подольше идет, да, не? По сахаричку. Че, ложечку сахара. Послаще, чтобы были. Все-таки тут банан в составе. Ну ничего, двум бананам дали жизнь. Что, все? Нажарили мы целую стопочку с утреца. Это, в принципе, у меня обычная практика. Что такое? А, я думаю, квадратик такой, думаю, что такое лежит. Какие-то ажурные блинчики на этой сковородке получаются. Очень интересные. Ай, горячо. Зажаристые, такие тоненькие. Ажурные. Блинчики прикольные. В дырочку все. Но липнет к ней почему-то, я не знаю. К этим сковородкам тонюсеньким, которые по 199 рублей, вот к этим вот не липнет, а к этим вот липнет почему-то. Я уже второй раз делаю блины на ней, и второй раз на ней все липнет. Так что доброе утро, приятного аппетита, удачного дня.